Бог хочет, чтобы ты не боялась. Он послал меня, чтобы исцелить тебя. Господи, молю тебя прекратить страдания дочери твоей. Грейс? И исцелить ее. Что такое? Что он делает? Он дезориентирован. Не понимает, что делает. Так веди его в палату, быстро. Сделал снимки Грейс Палмери. Ну и? Опухоль уменьшилась. Что вы делаете? Что вы делаете? У меня задание от Бога. Женщину, которой ты помог, ты заразил вирусом. Нет, она исцелилась. У меня дар. Дар – это ювелирные украшения, деньги. А у тебя герпесный энцефалит. И чтобы передать его, нужно просто почесать болячку, а потом дотронуться до другого человека. Раздевайся. Расслабься. Прочтешь пару раз Богородицу, примешь ацикловир. И снова начнешь ловить сигналы от ангелов.